На территории Нарьян-Мара и поселка Искатели проходят тестовые испытания комплекса «Безопасный город». Он включает в себя 67 видеокамер, 28 терминальных комплексов «Гражданин-полиция» и 6 систем «Автоураган». Об этом сегодня на пресс-конференции с журналистами местных СМИ рассказал начальник окружной полиции Олег Яковлев и его заместитель Сергей Сахаров. Официально начались тестовые испытания. Все недостатки в работе систем видеонаблюдения терминальных комплексов «Гражданин-полиция» в настоящее время устранены. По истечении 72 часов компания «Ланит» и администрация округа приступят к передаче данного комплекса на баланс, соответственно, округа. Даже можете сейчас вот проехать, убедиться в том, что все кнопки работают, видеокамеры работают. По словам начальника окружной полиции Олега Яковлева, камеры видеофиксации оказывают существенную помощь правоохранительным органам в раскрытии преступлений, совершаемых на территории города и поселка Искателей. 20% преступлений, совершенных там в злачных учреждениях, либо на улицах, мы сегодня раскрываем путем изучения видеозаписей, сохранившихся вот в тех или иных учреждениях. Помогают. Я думаю, эффект от безопасного города тоже будет.